Всем привет! Привет всем дорогим моим панты, подписчикам и гостям моего канала. У нас новое путешествие. Это путешествие планировалось в нашей семье заранее, но, к сожалению, оно у нас, нам не получилось его осуществить по всем известным причинам. Поэтому мы в него отправились позже. Ну что, буду делать еще для вас новый экскурс. Еще одной гостиницы или отеля, как правильно, не знаю даже называть. Отель большой. Вчера был большой, сильный ветер, поэтому даже не пыталась ничего снимать, потому что было бы отвратительно, ничего бы не было бы слышно. Но по предварительным моим анализом, если честно, мне отель не нравится, хотя он считается не дешевый, но на сегодняшний момент у него, как мне сказали, скидки чуть ли не 50%. Но отель мне не нравится вообще. Что мне здесь не нравится? Мне здесь не нравится большое количество людей. Я такое количество людей на отдыхе как-то не очень воспринимаю. Вот. Что еще мне здесь не нравится? Что мне еще здесь не нравится? Так, это один из бассейнов. А бассейнов здесь несколько. Ну, он, наверное, хорош для тех людей, кто любит тусовки всякие. Вот тут прям вот народу. Мне кажется, здесь вечером очень много всяких мероприятий. То, чего я тоже не очень люблю. Я такая девушка. Я вообще не публичная, как вы понимаете. Я даже не сильно в камеру стремлюсь влезать. Поэтому я не люблю привлекать внимание. Ну вот как-то вот так вот. Может быть, даже кто-то из вас был в этом отеле. Он огромный. Ну что, буду потихонечку вам рассказывать о нем. Да, конечно, здесь все красиво, все прям так вот, прям красиво-красиво. Но не мое. Говорю честно. Так что вот. Вот такой у нас. Мы решили сделать себе небольшое путешествие. Да, вот наш домик, где мы живем. Ну что, всем хорошего дня. У нас погода здесь замечательная, где-то, наверное, днем градусов 28, наверное, может быть, даже 30. Утром прохладно и вечером прохладно. Ну, для отдыха, по-моему, самое замечательное время и температура. Такую небольшую подсказку у нас вот прям вот рядом с нами. Вот такой
Вот такой еще отель. По-моему, он Кремлин, что ли, называется. Ну что, всем хорошего дня. Всех целую, обнимаю. Я про вас не забыла. Ну, а пока. Пока.